Всем привет, мы со сестрой будем играть в Майн. Первый раз на камеру в Майн. Пока мы создали карту. Мы играем вот на сложном режиме. Пока. На сундук он будем? Ну да, наверное. Ну да, наверное, сейчас сломаем. Ну и короче, пока собирать. Пока вещи собираем. Палки я собираю. Факел. Если яблоки. Это мой голос. Че, пошли. Фалки вещи забираем. Да, пошли. А вон на деревне. Подожди. Я забыла. Стой, ты куда? Мой сундук. Пошли. Все, пошли. Стой, кстати, как моего брата клёвый скин с инопланетянами. Чё там стоишь? Так, ты куда? Да, я пошли быстрее. А у тебя топорик уже есть? Ну, да. У меня нету топорика. Там изначально уже сундуки дают топор. Так, подожди, а горилла у нас не пойдет? Нет, горилла не идет пока. Я уже как 100 раз напугал всех. Вот эти... О, сундучар нашелся. Он меня бил. Да нет, он не идет пока. Ты его не била? Надеюсь. Нет, он ко мне идет. Он ушел, он ушел, он ушел. Ну ты же не... Надеюсь, ты его не била? А так. Если его не бить, то он мне налезет на нас? Нет, не налезет. Ух, это хорошо. Облегчение, потому что я... Так. Там, я уже только давно играю. Но я уже совсем забыла, как играть. Так, что там нашел? Сундук с едой. Ты куда? Я железо один нашел. Ты где? Я алмаз один. Где? Вау, беру. Алмаз ко мне. Да ко мне. Да у меня штаны есть. Железные. Спасибо. Еще железа много, тебе а тоже хватит. Только не буду я ни с кем торговаться. С ним. Да, с вами. Мы нашли один алмаз. Это клёво. Ты куда есть? Так. Дальше это мало карты. Ну да, кровать. Кровать обычная. Бери кровать. У меня есть уже. Так, что есть? Ничего интересного? Да, короче, идем в... Вот это домиха. Это наш домик был. О, ковер. Цветок. Наверху тоже ничего нет. Мы вот здесь вот жили. Вот здесь вот мы жили. Только на другой карте. А что-то есть интересное? Я даже собачка была заведена. Ты куда идешь? Остальную часть деревни обследовать. Жди меня. Сейчас остальную еще часть деревни обшли. О, костер. Что там где? Костер нашел. Ты где? Что нашел? Так. Я... Знаете, как мы заблуждаемся? Мы по нику каждого друг друга. Все, я иду в дом. Я там наверху, что ты делаешь? Ну, карту возьму. Да, спускайся вниз. Здрасте. Забор покрасьте. Факелы наши. Да. Куда? Дальше. Надо, чтобы нас бомбы не копнули. Да, мы же... Ну, мы же насложим. Иди кровать забери себе. Там кроватка? Да. Мне места нет уже. Есть. Все, кроватка у меня. Ты где? Ну, ты где? Наверху пока. Все, нашла. Так, я... Так, была маленькая остановочка. 5 минут. Знаете почему? Потому что на послушайку. Наш папа встал, потому что наш папа спит. Нам послушалось, как будто он встал. Такой, все было огромное, как будто кто-то встал. Рин, я шахту гигантскую нашел. Где? Я на окраине деревни, и я уголь пошел добывать.
Оуч. Да, короче, тоже кирку крафти, иди ко мне. У меня нет кирки. Ну, с дерева скрафти. Ну, вроде не дерево. Ну, можно скрафтить. Сейчас добуду. Смотрите. О, там эндермен гуляет. На него не нарывайся, а то сейчас сразу кокнет тебе. Я рыбу ломаю. Так, а что, я дерево не забрала? Так, что? Я весь уголь, который у меня был. Ты где там? А, ты здесь. Да. Дай-ка сюда. Что дать? Дай-ка сюда вещи для кирки. А нам нужен... Ну, скрафтить дерево, там палки. Давайте-ка подальше пойду-ка я схожу. Там что-нибудь есть дальше. Блин, такая длиннющая эта шахта. А нет, все. Здесь ничего интересного нету. Тупик, тупик, и еще раз тупик. Мне места уже нету. Есть еще, да. У меня тоже есть. Практически нет, но есть же еще немного чего-то. Сейчас, да и буду тебе. Меч только осталось. Вдруг меч понадобится. Да, на выходе. Ты здесь? Да, я пока заеду. Потом... На выход? Да, я на выходе уже. Ого, сейчас меня... О, ты пропустил. Ты не сломаешь руками, Лена. Я руку возьму. Ты лучше не бей его. А оставь его спокойно. А то сейчас сама... Ууу, хорошенько. Арин, здесь еще уголек есть. Иди ко мне. Добывай, я боюсь. Прыгай ко мне. Я боюсь, что мы не вылезем потом. Вылезем? Как? Жопа об косяк. Я сама не знаю как. Ну скажи ты мне, а. Ну давай прыгни ко мне. Ну. Ну вот здесь вылезти легко. Вот здесь вон. Три. А в какое мы место попадем? Не знаю, но сейчас выйду. По этой местности. О, ну я... А вон еще уголек. Подожди, я. А кто да. Да это я падаю. Я железку нашел. Да, уголек. Че ты там, кого ты там бьешь? Я сам здесь падаю просто. Дырки всякие разные. Эндерман здесь вовсю гуляет. Так, а я здесь вообще вообще. Где там? Ты в каком месте? Ты где вообще? Наверху. Что сейчас было? Эндерман. О! Он меня бьет сам! Походу ты его тронула. А, тебе ты... как ждется, Рина. Ладно, пусть убивает. Все, у меня кукну. Быстрее иди наверх, забирай мазу. Да нет, он не заберет. Я просто боюсь, что он сейчас сам его не придет. Ой, ну, капец, он идет. Да, мне просто что на кухне-то пить все раз. Да не, ты не гарантирую я. Так. Блин, у меня все вещи пропустила в таком же месте появилась. А, еще закат, я все вещи потеряла. Короче, ты где была? Ну, я на возрождении. Она там вверху стояла. А где именно ты стояла? Наверху над нашей дыркой. Да на какой над нашей? Да рядом с деревом. Да вон все вещи. Да тихо. Мешаешь мне. Да, я только алмазы заберу, потому что у меня помещается все, забираю. У меня некоторые вещи... А! Не маленький зомбар бьет. Сейчас меня тут начнет бить. А ты ж побыстрее попугу куда-нибудь. Капец!
Я, короче, к огню. Я погибла, капец. Я, короче, пошел к огню здесь возле. Вот здесь буду тебя ждать, короче. Когда утро наступит. Да, смотри. Ты можешь прилечь спать. Нет, я тебя жду. Я не смогу лечь спать. Ну, да, попытаюсь уснуть. Здесь я смогу уснуть. Помогла. Капец, ты, блядь, тоже умирать. Я не могу. Капец, ты тоже умирать. Тоже сказал. Я могу... Давай, Лен, заходи. Я боюсь. Ты где именно появилась-то? Это наше место. На ее сторону деревни. Я пока землянку снимаю. Я тебя вижу. Арин, давай вот я здесь стою. Да вон. У меня еще здесь где-то скелет. Упасть. Здесь еще тем более я два. Да у меня здесь два скелета еще упасят. А, сейчас я сдохну. На самом деле. Арин, я сдох. Бомба! Я не меняю его сейчас. Нет. Так, мы... Давай включим порку. Мы сейчас вот... Пока... Блин, не страховало. Давай нам... Еще много скелетов здесь. Да, пацаны, я все вещи скелет. Забрал. Я все вещи свои забрал, Арина. Нас повторяем спать. Так вон, там кто-то еще бежит к нам. Давай, короче, за мной иди. Где? Так. На дерево нужно забраться. Не надо никуда забираться. Так. Так, короче, я достал. Иди ко мне, Арин. Ты куда ушла? Я здесь рядом с тобой. Я тебя не вижу. Давай назад. Давай ложись спать. Давай ложись быстрее. Все, капец, это страхово. Все. О! Так, они еще будут тебе гореть. Забирай кровать. Так, погнали в деревню. Сейчас, подожди. Там утопник. Уйдем его? Да он еще сам сдохнет. Можно я штаны надену только на всякий пожарный. Где там? Я штаны себе просто здесь надел. Где? Эй, иди сюда, дядя. У меня ничего нету. Скрафти мне хоть себе железный меч. Да у меня мало... Пошли, короче, на место, где я сдох, там да, все вещи заберем. Я и так все вещи забрал. Но нет, я еще таблички там и дерево не забрал. Все. Ты где? Сейчас приду. Куда? Так. Сейчас найдем, где будем, где будет наш домик здесь, где в деревне. Жить. Давай вот в этом домике. В каком? В церкви. В церкви, который. Так, где? Не, давай еще, ну, давай рядом с огородом. Вот здесь вот, в этом. Ну, еще... Это не маленький. Не, давай что-нибудь побольше, вон, какой-то вон там повыше. Вот здесь, так вот этот большой это двухэтажный, вот этот большой. Только здесь житель есть. Житель. Ты куда еще скакал? Я жителя кокнул. Ты куда еще скакал? Подожди, Арин, наверное. А железку ты видел, Арин? Железку. Я тебя найти не могу. Так, надеюсь, на меня железка не агрился. Ты что смотришь на меня, железка? Да, Арина, меня железка бьет! Знаешь, как он меня откинул далеко? Гори, железка!
че меня бросаешь так, скотина? Не подходи к нему. Он пусть на костре сгорит. Он просто меня, знаешь, как он бьет меня, зверя. Не подходи к нему. Я хочу укокнуть. Он сам сейчас укокнется. Сколько у него силы? Всё. О, надеюсь, о, с него дофига железа выпало. Ну, теперь у меня 10 железа. Ты где? В Караганде. Где нашла твой ник? Скачу. Здрасте. Забор покрасьте. Хорош учись. Так, ты где? В Караганде. Я возле нашего домика здесь. Ты где там? Не скажу. Хватит издавать звуки странные. Да иди в какой ты домик предлагал жить. Я там сижу. Пошли на большую. Сейчас колокол сломаю сначала. Ну чем он тебе нужен, скажи, Лиде? Да колокол воду упала. Я в воду упала. Так. Легко, то, что кровать нельзя наверх поставить. Ну, можно. Не лень крафтить что-то еще. Твоя колокол возле нашего дома надо поставить. What the fuck is going on, man? Знаешь, что там было? Я, походу, процветальщик какой-то. Хватит. Чего я не могу? Блин, ну не ставь его. Сейчас сломаю. Ломай его скорее. Так. Всё, колокол мой. Удерин, пожалуйста. Наверх поставлю. Да я двухэтажную кровать пытаюсь сделать. Ты мне здесь мешаешься. А вот ты двухэтажную кровать сделал. Я сейчас только смешал. Ой, извини, я нечаянно твой блок взяла. Дарин, ну не надо. Я снизу подрываю помогу. Блин. Все, двухэтажная кровать готова. Только ты, наверное, будешь просыпаться, знаешь как? Как? Только ты залезть туда не сможешь. И тебе придется наверх так только вставать. Бей я. Только не бей меня, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Уйди. Да в другой угол уйди, я сейчас буду туда сундук ставить. Молодец. А, можно же просто подпрыгнуть. А у Мазямбу не трогай терен. Да блин, я залезть не могу, даже на кровать мою. Дождем тебе залезать туда. А, вот же можно так. А можно же просто было блок туда поставить. Ты что делаешь? Скотина. Нужна ступенька маленькая. Ну, короче, на... Короче, Арина. Смотри, ты как мне ступеньку скажешь. Да уйди, я сейчас тебе кое-что сделаю другое. Уйди. Да. Уйди. На тебе. А, да ничего не убей. Вот тебе залезалка, опля. А, там блок мешается, все, молодец. Ты туда не залезешь. У тебя просто там блок на крыше. Арина, ты что делаешь? Блок. Который мешает. Арина, убери. Вот. На место поставь его. Да отстань. На тебе. Как я залезать по-твоему буду? Ну вот так ложиться спать. Ты чё, ты оттенту ту? Вот и да. Ну. Под нашими кроватями дерево то. Шо? И на этом мы будем заканчивать. Всем пока. Пока.